Слотокінг. Ти по-любому у виграші. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак, YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні п'ятниця, 8 грудня, і традиційне наше зведення з військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю! Слава Україні! Героям слава, бажаю всім здоров'я. Що ж, сьогодні поговоримо, що горіло в Керчі, вибухало в Москві, ну а кадирівці стріляли по Білгороду і влучили в критичну інфраструктуру. Пане Романе, давайте почнемо з того, що в центрі Москви горів електрозавод. Є кадри, як він палає, кадри демонструють, що потужні були загоряння. Що це за завод і що могло горіти? Ну, это точно завод по производству автоматов, как минимум электрических, то есть для выполнения определенных задач в электрогенерации, плюс трансформаторы. То есть это завод, который снабжает запчастями генерирующие станции, ну а раз электрогенерирующие станции, а раз так, то это уже легальный военный объект, и выполнение задач на нем, это тоже такая легальная военная цель, и, естественно, скорее всего, это местные партизаны, их уже хватает, вряд ли это буряты боевые, хотя все может быть, Россия, она испещрена сейчас уже этими дорогами, по которым могут перемещаться, в том числе и боевые буряты, могут добраться и до Москвы. Уничтожение вот таких заводов, они это вроде как мелочь, но дело в том, что без этой мелочи останавливается от генерации до военных объектов, которые питаются, висят на этих ветках этой генерации. Поэтому дальнейшее продолжение работы по территории России уже наших партнеров, которые будут пытаться все-таки выйти из подчинения Российской империи. Якщо говорити далі по влучаннях критичної інфраструктури Російської Федерації, пане Романе, також біля Керченського мосту в Керчі горів газопровід. Кажуть в Росії колаборантах, що вони начебто все загасили, але бачимо, що знову ж таки неспокійно в районі незаконної забудови цього мосту. Рядом, да, то есть дело в том, что рядом с этим газопроводом проходит линия электропередач, АЛЭП, это опять же энергопоставка, энергогенерация, на которой висят те ПВО, системы противовоздушной обороны и системы слежения, контроля самого Керченского моста. Поэтому один из вариантов, как вывести из строя ЛЭП, это, допустим, вскрыть газопровод и поджечь для того, чтобы уже дальше не взрывать ЛЭП, а он просто выходит из строя. Так оно, кстати, и произошло. То есть, и как минимум, эта линия была выведена из строя, линия электропередач. Пане Романе, хотів би згадати також про Іллю Киву, якого ліквідували в Підмосков'ї. Зараз дуже панікують ЗМІ, їхня пропаганда, мовляв, від Буданова і головного управління розвідки є список наступних цілей. Як ви вважаєте, наскільки це реально, чи це швидше ІПСО з боку росіян, чи справді можуть існувати подібні списки там, де є і Шарій, Янукович, і інші представники, яких би не варто цій землі носити? Ну, этот список на одному листі не вміститься. Там, наверное, 12-томні труди должны быть по этим фамилиям, о которых вы сейчас сказали. А этот список, может быть, основные из целей, они однозначно есть. И списки эти есть, и утвержденные, их утверждают. Потому вряд ли, допустим, он как-то попал, именно тот оригинал попал в информационное поле Российской Федерации, но они сами могут сделать этот список, по большому счету, понимая, кто из внедренных в наши политические, военные, силовые структуры россиян будет первым на уничтожении или, по крайней мере, будет точно в этом списке. А дальше уже идет определенная компиляция и вброс в информационное поле. Если это ИПСО какого-то уровня, так это ИПСО самих россиян, направленное против самих россиян. Потому они здесь сами себе в колено выстрелили. Ну і, власне, про кадирівців. Я згадував, пане Романе, вони вчергове підтвердили, ахматівці, кадирівці, що вони тік-ток сіла.
тому що вони вирішили зняти якийсь ролик в Білгородській області, як вони стріляють по невідомих цілях, і влучили вони в мобільну вежу, і таким чином знеструмили велику частину населення в Білгородській області. Я бачу, вони так допомагають РДК і «Свобода Росії» робити БНР. Ну, это для россиян, может быть, это мобильная вышка, а для горцев это око Саурона, они его увидели и отминусовали, выйдя с гор. Потому это ж кадыровцы, тут великие люди, а тем более в ТикТоке. И сейчас это будет проходить по этой орковской стране, как раз как великое действие. Но они знают, что с этим делать, это специалисты в медійній сфері, так це точно. Пане Романе, і офіційно є вже повідомлення, так, і кількість ракет. Вперше за 79 днів, фактично за 3 місяці, Росія випустила по Україні крилаті ракети. Кажуть, що летіло орієнтовно 10 Ту-95 МС, і от зараз вже є інформація, що випущено як мінімум 19 ракет, 14 збито. Ну, раз 10 шло, наверное, 20 должны были сбросить. То есть по 2 ракеты они сейчас носят. Раньше носили по 8. Там на каждом полукрыле 2 пилона, на каждом пилоне по 2 ракеты. То есть 8 ракет Ту-95 МС может нести. Их переделали в свое время на Таганрогском заводе. На тот, который прилетали С-200 наши недавно. То есть, наверное, больше он их уже переделывать не будет. У них вот эти остатки есть. И вот сейчас из-за год они полетали, поносили эти ракеты. 8 ракет они уже не поднимают. Есть конструкционные изменения в крыле, уже в полукрыльях, по крайней мере, это точно, информация-то есть. Потому они сейчас пытаются по одной ракете на одном полукрыле, 2 ракеты на самолете нести и сбрасывать. Потому, скорее всего, было 20 ракет, одна, как всегда, не долетела. Это как минимум иногда бывает больше. Из-под Энгельса, из района Энгельса они сбрасывали эти ракеты. Мы их отследили, как шли. Часть ушла на Киев, а часть попыталась зайти на Кировоград и на Павлоград. То есть на Днепропетровщину. Есть информация о том, что большинство, как минимум большинство, потому что все шедшие на Киев были сбиты. Ну, а дальше сейчас досчитают, сколько сбили, где что упало, и потом будет уже полная информация по этому сбросу. Ракеты, да, действительно, недавно не сбрасывали. Мы об этом говорили, то есть они пытаются донакопить до НЗ, до неприкосновенного запаса довести. Ну, и частями будут однозначно сбрасывать небольшими волнами. Большая волна может пойти только под какой-то праздник или как какой-то информационный поток, не более того. А так в среднем вот 2-3 десятка, а общее количество целей может быть вместе с шахедами там 4-5 десятков, но они уже не будут пытаться пресытить нас, превысить наш коэффициент пресыщения нашей ПВО. Нет смысла, он уже давно за сотню, потому если будут работать, то вот будут работать вот такими примерно цифрами. До речі, що говорити про шахеди, знову ж таки, шахеди летіли, пане Роман. Що цікаво, є вже статистика і дослідження наступне, куди і як росіяни запускали з 6 вересня по 3 листопада, фактично за місяць, проаналізована інформація. Подивимося на карту. От це безпілотні літальні апарати. Бачимо, що як БПЛА шахеди, так і ракети російські в переважній своїй більшості летіли в одну точку. Це є Старокостянтинів Хмельницької області, і там в нас є аеродром. Там не один аеродром, там ціла база. Росіяни прекрасно це знають, це общедоступна інформація. Знають вони також, що в 2018 году на цій базі, на цих аеродромах садились в своё время F-15 и выполняли боевые задачи на этой базе. Это было проведение учений «Чистое небо» 2018. И вот россияне думают, по крайней мере, мозгов же нет, что мы будем F-16 размещать на этих аэродромах. Пытаются сейчас как-то добраться до инфраструктуры. Во-первых, у нас аэродромов десятки.
Во-вторых, никто на этой базе точно размещать F-16 не будет. Там есть определенные моменты, которые не дадут это делать. Ну, по крайней мере, есть намного лучше механизмы защиты F-16, чем расположение их на базе в Староконстантинове. Но если им все-таки так хочется, ну, там в Староконстантинове довольно-таки серьезная система ПВО, это же аэродром, в конце концов, и база авиационная. Вот они пытаются ее как-то пробить. Правильно, грамотно был подход в последнее время к увеличению, это приняли меры наши власти, к увеличению мобильных групп, потому что шахеды в основном срезаются пулеметными очередями и зенитками, которые там стоят. Ну, пусть стучатся, может, кто-то когда-то и откроет. Пане Романе, якщо говорити про зміну траєкторії польотів шахедів тих самих, власне, з на 7 грудня вже офіційно відомо, про це повідомляє Сергій Братчук з Одеської ОВА, що коли летіли по одеській інфраструктурі ці шахеди 7 грудня, вони залітали в повітряний простір Румунії та Молдови. Тобто ж російські шахеди, іранські шахеди, які запускає Росія, залітали на територію НАТО. Як ви вважаєте, рано чи пізно повинно якось відреагувати Альянс, чи далі будуть закривати? Ну, они, во-первых, должны это все сбивать. То есть, по большому счету, там, особенно румыны, Румыния развернула там определенное ПВО. Может быть, они прекрасно знают, что проходят шахеды, им просто жалко ракеты использовать. Хотя зенитки могли бы уже и там поставить, как минимум, потому что россияне будут пытаться стучаться, так сказать, и в нашу портовую структуру и в район Одессы, и южнее на Рени, то есть Рени это уже рядом с Румынией, это уже Румыния практически. То есть по большому счету румыны уже давным-давно, а это страна НАТО, они уже давным-давно должны были развернуть. Пока, скорее всего, не хотят доводить до какого-то серьезного инцидента. Хотя в автоматическом режиме, по большому счету, автомат может отработать, сбить шахет или там ракету, которая будет идти. Но опять же, будут ли они это считать, допустим, как по 5-й статье нападение на страну НАТО, вряд ли. Почему? Потому что не будет, ну, любой юрист, даже тот же международный, он не то что докажет, но не увидит там определенного злого умысла, так сказать. Залетели, да, залетели, а куда шли? На Румынию? Нет, не на Румынию, в Украину. Ну, то есть и все. И этот механизм отключается. Поэтому будет все переведено в режим пограничного инцидента, но тем не менее румынам уже пора тоже как-то за свои территории смотреть. Это их, конечно, дело, мы в их государственные дела вмешиваться, конечно, не будем, им виднее, но, как показали некоторые довольно-таки трагичные моменты с Польшей, иногда это все сбивается не с той стороны, и падает, и могут пострадать люди, потому нужно принимати міри, як мінімум для сохранення житті румин. Пане Романе, якщо говорити про Крим, тимчасово окупований півострів, видання The Times змогло домовитись і відвідати українську таємну базу, де ми тримаємо наші надводні дрони потужні Магура V5. І от є ці скріни з цього відео, по них видно, що таке, ну, майже промислові масштаби виробництва Магур. Это гуровская работа, то есть этот БЕК, безэкипажный катер, неплохо себя показали эти машины. Сейчас уже есть несколько интервью от командира этой группы, которая руководит. И есть некоторые детали по работе. Очень хорошо, креативно подходят наши ребята из разведки. Но я бы не сказал, что это промышленная все-таки партия. Промышленная партия, оно в 10 раз больше должно быть. То есть это скорее всего, одна из групп партий, которая может использоваться, допустим, ну, 1-2 раз. Это общее количество, их довольно-таки маленькое. Это не сможет главное управление разведки, да ни одна спецслужба на своей базе, на своем бюджете, внутреннем бюджете поставить промышленное производство. Промышленное производство – это производство десятков в сутки.
вот это промышленное производство, когда поставлено на конвейер, причем весь цикл производства запущен, то есть начиная от производства плат и двигателей, естественно, систем управления, софта, ну, там целый процесс. Потому вряд ли это производство, это, так сказать, сборка на колени. А для того, чтобы это было производство, это Укроборонпром должен запустить целое предприятие по производству такого рода дронов. И это надо делать. Это надо делать. Почему? Потому что хорошие показали, вот показатели отличные за по работе безэкипажных катеров. И гуровских «Магуры», и СБУшных «Сибэйби». Загнали за поребрик российский Черноморский флот. Они боятся выходить в море. Просто боятся, понимая, что потерять корабль, ну, это миллионы долларов, десятки миллионов долларов от там стоимостью под 100 тысяч долларов бека. Но невосполнимая утеря, тем более тех кораблей у россиян, если считать боевых, их несколько десятков всего лишь. Потому поставить на промышленное производство, запустить бэки, возможно, тем более можно еще и зарабатывать на этом, надо смотреть на эту составляющую. Дело в том, что затопить весь Черноморский флот, пусть нужно будет там 3-4 сотни этих «Магур» или «Сибэйби», а дальше можно продавать, сейчас очередь станет. А тем более с таким интересным, с такой интересной рекламой затопили весь Черноморский флот Российской Федерации. Это весь мир покупать будет. Начиная от американцев и заканчивая теми же йеменскими хуситами. Им тоже это надо будет для выполнения своих каких-то задач. Потому надо и на эту сторону смотреть и действительно ставить на промышленное производство эти беспилотники и не только эти. У нас достаточное количество есть и подводных беспилотников, практически управляемые торпеды, не говоря уже о реальных серьезных машинах, которые выполняют задачи в глубине России на дальностях 500 километров. Пане Романе, до речі, про модернізацію і про виготовлення зброї, озброєння, в тому числі і ППО. От «Білий дім» каже наступне, що модернізація та адаптація радянських комплексів ППО, ми говоримо про «Бук» в рамках проєкту «Френкен-Сем». Нагадаю нашим глядачам, що під «Бук» модернізувалися, адаптовувалися штатівські снаряди в Сполучених Штатах Америки. Зараз розповідають в Білому домі, що після зустрічі контактних груп, відповідно, було прийнято рішення, що ця модернізація, адаптація буде проходити вже безпосередньо в Україні. Передають нам уже ці технології. Вони спочатку взяли буки у себе, отработали механізм адаптації ракет, своїх ракет, старі ракети, пусть вони по 3-4 десятка лет уже ходят, но это надежные ракеты. Они пытались и РАМ-7, и АМ-9 подключать к разным системам, в том числе и к БУКам. Вот получилась эта пара. Отработана сама методология использования ракет на наших старых советских БУКах. И сейчас у нас эти буки, дело в том, что заканчиваются на них ракеты, их уже практически никто не производит, в мире нет этих старых советских ракет. А буки, сами пусковые установки остались, они довольно-таки хорошая система, именно армейский зенитно-ракетный комплекс. Отличный комплекс, хорошо работает по всем целям в определенном радиусе. И вот ракетами, американскими ракетами он теперь будет снабжаться, плюс параллельно идет адаптация ракет американских к тем локаторам, которые есть у нас. Просто адаптация ракет. То есть ракете нужно, по большому счету, если это в основном все ракеты воздух-воздух, только это истребительные ракеты с истребителей или ракеты с противоракетных комплексов корабельных. Потому для ракеты, в принципе, нужна либо подсветка, либо целеуказание. И то может сделать, по большому счету, один локатор, станция, локатор и переброска цели на ракету. И дальше ракета выполняет сама свою задачу. И третья позиция сейчас, которая уже прорабатывается, это использование наших локаторов, ранее подставленных нам, в связке напрямую с пусковыми установками Patriot. Та же самая картина. То есть
Патриот, ракета в основном самонаводящаяся, то есть выпустил, забыл называется. Но ей надо дать целеуказание, показать, какую цель. Дальше она после схода, она выполняет эту задачу сама, ей подсветка уже не нужна. И вот в таком режиме, вот по трем позициям сейчас выполняются эти задачи, и довольно-таки успешно. По крайней мере, в информационное поле вот эти три позиции уже просочились, это значит, они уже выполнены и стали на боевое дежурство. Пане Романе, ну і ключове питання, звісно ж, до кінця цього року – це фінансова допомога з боку Сполучених Штатів Америки і те, що вони можуть проголосувати. Знаємо з вами, говорили неодноразово, що зараз йде протистояння внутрішнє політичне між республіканцями і демократами. І от лідер демократів Джо Байден, ключове питання в цьому законопроєкті, де є допомога для України, Ізраїлю, Тайваню – це імміграційне питання. І Байден сказав, що готовий йти на компроміси. Чи я правильно розумію, що оце от традиційне шоу, яке полюбляють американці, воно все-таки добіжить логічного завершення, і Сполучені Штати проголосують виділення 60 мільярдів фіндопомоги військовій Україні? Ну, це не шоу в прямому сенсі, це такий політичний шантаж, яким пользується, да, пользується одна і друга партія в залежності від того, хто знаходиться на лінії. На данный момент связывают определенные вещи, которые невозможно, от которых невозможно отвернуться, но нужно проголосовать, допустим. И дальше одна партия, другую вот так шантажируют, мягко сказать, определенными действиями. Но дело в том, что закрытие границ с Мексикой, это по большому счету, ну, две трети американцев за это. То есть это как минимум две трети. Это внутренняя потребность любой страны, закрытие границ в этом смысле. А тем более для Америки там граница с Мексикой, там сотни километров практически открытая есть. И это законодательство иммиграционное, и по укреплению границ определенные финансовые вливания, они нужны всей Америке. Ну а дальше уже происходят некоторые моменты, связанные вот с этой политической игрой. Решится вопрос однозначно по закрытию границы с Мексикой. Байдену никуда он не денется, он этот вопрос решит. Есть много нюансов, связанных с решением этих вопросов по легализации уже зашедших в Соединенные Штаты мигрантов, ну и так далее и тому подобное. Эти все моменты сейчас будут утрясаться, а потом сверху уже накроется наш вопрос, то есть решится и наш вопрос в том числе. До Рождества это точно, ну вот на этой неделе это были такие некоторые рубежи, вот под конец недели уже Байден начинает говорить в открытую о том, что он готов идти на сотрудничество, ну пусть говорит о том, что это ради Украины, нам же мы не против, хотя мы прекрасно понимаем, это в основном для внутреннего спокойствия, для внутренней стабилизации этих вопросов. До речі, є також інформація, що на цих от закритій зустрічі з конгресменами був також присутній і очільник Пентагону, глава Міноборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін, і кажуть, що він серйозно дуже розмовляв, так можна сказати, по-військовому з конгресменами, кажучи їм, що, слухайте, треба це голосувати, інакше ваші родичі підуть воювати проти Путіна. Так и есть, он же не кривил душой, он прекрасно понимает, он военный, он понимает, что будет, если не вся российская армия будет уничтожена на нашей территории. Они попрутся потом либо в Молдову, в Румынию, либо попрутся основное это страны Балтии, обязательно это сделают уже. Уже риторика началась, где-то там русскоязычных обижают, а раз она началась, значит она чем-то будет заканчиваться, а уже страны Балтии, это НАТО, значит, придется как минимум сразу сходу вступать в бои немцам, там германские войска расположены, а за ними потянутся, конечно, американцы. Поэтому Ллойд Остин прекрасно это понимает, я больше скажу, он, можно сказать, вчера после выступления Путина и целеуказания Путина по странам Балтии, по русскоговорящим, он на следующий день уже сидел, разрабатывал планы, как заводить американские войска на защиту натовских кордонов в районе Балтики. То есть он это просто расписывал
Потому уже, естественно, на встрече с конгрессменами он на эмоциях росписи этой, понимая, сколько ему придется заводить туда людей, военнослужащих американских, он и сказал конгрессменам, что вы будете, уже готовьтесь сразу туда, будете там работать. Потому либо голосуйте и уничтожаете их руками украинцев, дайте только финансы и технику, либо пойдете сами. Ну, сами, конечно, не пойдете, ж политики, они ж не воюют, они ж больше языками мелят. А пойдут ваши дети. Ну, вот примерно в таком режиме, прямо по-военному, ну, а как по-другому? С ней по-другому нельзя. Это политики, это мастера художественного свиста, в конце концов. Работники они никакие. Пане Романе, є повідомлення, Bloomberg каже наступне, що Сполучені Штати Америки за два наступних роки збільшать виготовлення 155-го калібру, це стандарт НАТО та артилерії, на 500%. І є статистика, хто в якій кількості постачає Україні артилерійські боєприпаси 155-го калібру. Ось ми бачимо Сполучені Штати, плюс 2 мільйона Євросоюз, і бачимо тут Корея, 330 тисяч. Загалом, як ви вважаєте, чи варто нам реально переживати, перейматися з постачанням необхідних міліметрів, снарядів на наступний рік? Нам треба однозначно думати у производстві цього снаряду у себе. І не тільки цього. У нас є определенне кількість ще старої совєтської техніки стволів, які і стволи самі по себе. Тобто кожен ствол має працювати. Це теж розходний матеріал. У него есть определенное количество выстрелов там, по определенным графикам, диаграммам, и он выбрасывается. У нас еще достаточное количество стволов старых советских, которые подойдут к пушкам ИКСАУ. И 155-й уже появляется свой «Богдан», уже начали делать, правда, пока крохи по 6 машин в месяц, но тем не менее. Потому основное, что нам надо, чем сейчас, о чем переживать, это запуск своего производства 155-го снаряда, порохов, ну и так далее, и тому подобное. А потом уже, естественно, закупками. Но из того, что нам обещали, нам однозначно поставят. Выделены деньги. А раз выделены деньги, значит, они будут оприходованы. Вопрос просто времени и позиции. Вот, допустим, Южная Корея, нам поставляет не за спасибо. Это, допустим, та же Германия выделяет деньги. Она просто закупила не в Евросоюзе, не под общую картину закупки Евросоюза этого миллиона. Она закупила напрямую в Южной Корее эти боеприпасы и поставила нам. Ну, допустим, я это говорю. Может, это Франция, может, это Италия, неважно. Ну, то есть какая-то из стран напрямую была закупка и поставка нам в обход евросоюзовских норм. То есть это еще сверх того миллиона, который нам сам Евросоюз закупит. Причем, почему поднимается сейчас вопрос вот в основном руководителями стран Балтии, что разрешить, в конце концов, принять решение те деньги, которые выделены на производство миллиона снарядов на территории Евросоюза, разрешить на эти деньги закупать, да в той же Южной Корее. Ну, то есть а есть еще с десяток стран, которые производят этот 155-й калибр, причем производя для себя, они вытесняют, то есть та же самая картина, то есть они производят у себя, заполняют склады новыми снарядами, а старые снаряды, которые уже подходят срок эксплуатации, выводят с боевого дежурства, снимают даже, может, там раньше на год, на два, но вот так заменяют свои арсенал. И это правильно, это грамотный подход, и мы этим пользуемся, и надо этим пользоваться. Тех снарядов, которые вот в таком режиме могут нам быть переданы, да только в самом Евросоюзе лет на 10 интенсивной войны. И снаряды эти есть, это не то, что там пустые склады. Нет, никогда в жизни не будет пустых складов, ни одна страна свои склады не опустошит. Они есть. И просто надо принимать это решение внутренней замены, выдавливать, а мы это будем все собирать и утилизировать на российские головы. Они хорошо утилизируются, кстати, бесплатно. А тут еще, может, если их не пакетируют, не увозят, еще удобряют наш чернозем. Он давно уже такого удобрения у него не было. Поэтому нужно их оставлять, перекапывать, и пусть перегнивают у нас. Хорошая пшеница потом будет. Потому вот такой подход, он более грамотный. Ну, естественно, плюсы здесь есть для нас со всех сторон.
Пане Романе, також другий день поспіль ми з вами говоримо про те, що є негаразди в авіації Російської Федерації. Вчора ми згадували Ту-204 в Бурятії загорівся, двигун ми показували, а сьогодні стало відомо, що Боїнг російський 737, ну як російський, в Росії, 737-й екстрено сів в Новосибірську, на борту було 176 москвичей, знову ж таки загорівся двигун. І кажуть, що одна й та сама проблема виникла в тих двох літаках, і що це можуть бути наслідки, відповідно, санкцій, того, що немає відповідних комплектуючих. Ну, 204-й це був транспортником, він іменно як транспортний борт шов, це вчора. В Китай, скорее всего, под военные цели за китайской продукцией, для это могли быть те же подсолнухи 200-е, для Герани или там для Боярышникова российских. А этот борт, ну, во-первых, это уже старые борта, они сами по себе сыпались, и особенно загорание, то есть двигатель, выход из строя двигательных систем, они это первые, кто выходит из строя без серьезного обслуживания, именно двигатели, потому что в основном наработка часов идет самая большая, именно на движки, потому они должны обслуживаться, причем обслуживаться в специальных чуть ли не лабораториях, которые есть при авиазаводах. Потому у россиян будут в ближайшее время очень большие проблемы именно по двигателям. Сначала все будет с двигателя начинаться, ну а потом все остальные системы. Тормозные, навигационные, системы климата, ну и так далее и тому подобное. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 8 грудня, п'ятниця. Обов'язково ставимо лайки, підписуємось, коментуємо і поширюємо нашу розмову. Мене звати Ігор Гаврищак, побачимось з вами в ефірі 24 каналу.